ёперные кокосы, вы что там распердились-то в чате? Где ролик, да, да, господи. Я понимаю, что у меня 2 часа дня, я понимаю. Но это не значит, что я встаю в 8 утра. Я вообще не могу встать сейчас, как бы я проснусь нормально, погуляю с Марти и буду выкладывать ролик. Ребятушечки мои, я пью таблетки пачками для того, чтобы просто уснуть. У меня сон сейчас просто на кошмарном уровне. Для того, чтобы мне уснуть и для того, чтобы мне проснуться, мне надо подвиг совершить. Имейте тоже совесть, люди, которые пишут, у тебя же 2 часа дня, ты обещал выложить ролик как можно раньше. Так это не значит, что 2 часа дня я уже в школу возвращаюсь, как ты. Поэтому я вот проснусь и все сделаю. Не переживай, пожалуйста. Да, я зашла в Телеграм, и я просто в шоке от того, что происходит. Неужели можно быть настолько токсичным человеком, что вот такое как бы желать человеку? Ну, типа, блин, камон, типа, офигеть. То есть человек для вас старается, что-то делает, и вы к нему так относитесь. Типа, блин, камон, вы ничего не попутали, нет? Не, как бы я понимаю, да, хейтеры есть всегда, ну, извините, но всегда есть какая-то грань, которую не стоит переступать. Ну, люди уже вышли за грань. Ну, просто. Ну, молодцы. Вопрос, точнее, нужен совет. Откуда у тебя такая нескончаемая мотивация? Мне кажется, даже от любимого дела можно выгореть. Я выгорен по жизни. Ну, это как Халк. Я да, всегда злой, да, а я всегда выгорен. Это мое типичное состояние, вот такой, какой я есть. Даже у меня мотивации нет. Когда у меня мотивация, я там горы буду. А я просто вот... Я странный человек.